Так, сегодня у нас 12 ноября 2021 года. Продолжаем рубрику «Ремонт дороги Мелитополь-Херсон». Ремонт идет даже в темное время суток. Не знаю, что-то будет видно, не видно на видео. Процесс не останавливается. Получается, от Мелитополя ориентировочно, наверное, километров 30. Сторону уже подсыпали, утрамбовали, что скоро будет асфальт ложить. Установлены светофоры, вот, движение пока по одной полосе. Сейчас, получается, уже едем по новому асфальту. Разметки нету, поэтому ехать не так удобно, как с разметкой.